На відео, знятому водієм-механіком Миколаївцем із псевдо-Рево, екіпаж українського Т-72 двічі цілить у російський танк. Останній горить. Ну, зараз некоторые трошки продвіження є, от немного. По різним участкам. Ну, опять же, це не щось масштабне контрнаступ, це так, місцеві маневри якісь. От, поэтому, ну, виїзди участились. Рево працює на танку радянського зразка Т-72. Говорить, старий, але в цілому свої задачі виконує. И танк, он еще и как артиллерия может работать. В случае нехватки артиллерии, вот, танк стреляет с закрытых позиций, вот, как поддержка пехоте. Вот, ну, либо на зачистке. Сейчас в последнее время участились выезды именно с пехоты, вот, как, прям как в кино. Прям как в кино? Прям как в кино, да. Когда пехота рядом, танк едет, стреляет, все это. Пехота заходит в посадки, танк рядом едет, посадку впереди них расстреливает. Вонь, вонь! Это, ну, по сути, единственное какое-то крупное орудие, которое может оказать им поддержку. Артиллерия, она сдалека, и артиллерия, ну, все-таки имеет свои неточности, поэтому артиллерию на начальных этапах каких-то штурмов задействуют. Вот. А танк уже прикрывает пехоту в основном как огонь на подавление, чтобы просто заехать на вражеские позиции, начать стрелять, работать по ним, и чтобы просто сковать их перемещение, вот, сковать их какие-то действия, и чтобы ими занялась наша пехота. Дуже важлива взаємодія між екіпажем танку та піхотою, говорить водій-механік. Адже в броні майже нічого не видно. Проти танків ворог задіює протитанкові ракети та дрони. Він наводиться по камері, він до часу в воздухі літає. Тобто танкісти можуть їхати на позиції. Тут навіть не підозріваю, що в принципі ланцет, який вже в них влетить, він вже там зарані літає. З російської сторони дуже багато протитанкових средств іменно в виді цих управляємих ракет. За час бойових дій, що тривають на Донецькому напрямку, багато чого відомо обом сторонам, говорить танкіст. Это не происходит так, что мы, например, знаем, где у них танки спрятаны. Нет, мы знаем приблизительно мест, к примеру, 10, где они, наверное, могут быть спрятаны. Вот. По ним работает артиллерия постоянно на подавление. Так же самое и с их стороны. Говорити про великий контрнаступ тут, на Бахмутському напрямку, поки важко, розповідає боєць. Першочергове питання – в замінованості територій з обох сторін. Просто ехать по этим минам танками, ну, это глупо. Речь про уничтожение позиций, то есть методично, когда по ним работает артиллерия и все прочее, а потом уже на раздолбанные позиции заходит уже сама пехота, люди. Вот. Это и есть какой-то элемент обороны, это не столько наступление, сколько оборона, потому что если устранить угрозу, то и защищаться как бы намного проще. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина.